Юрий Николаевич Калитинцев, главный тренер футбольного клуба «Волги». Попросим сделать короткий комментарий. Ну, он действительно будет короткий. Футбол на одной скорости не играет. Что я имею в виду? Мы и медленнее думали, медленнее двигались, выбрали определенную скорость. Допустим, если 5 скоростей, то мы выбрали вторую скорость и 90 минут на этой скорости играли. Краснодар не только заслуженно, я так сказал, даже преподали нам урок. Поэтому короткий комментарий прийти. Никогда не буду говорить жара, то может там поле, то раздевалка, то автобус, то судьи. Да нет. Почему здесь жара? Второй тайм даже прохладно было. Прохладно, знаете, от чего? Того, как двигалась Краснодар. Но слава богу, наши не замерзли, поэтому дело не так совершенно. Еще вопросы? Давай, Антон, продолжай. В нескольких эпизодах Кержаков отбил мяч перед собой. Отчасти это привело к первому голу, потом к незащитному голу Игнатьева. Как оцените действия Вратаря? Я считаю, что Кержаков провел на высоком уровне эту игру. А то, что он отбил, это говорит о том, что футболисты Краснодара били поворот. Всегда говорю, что надо бить, тогда может быть забьем. Не будем бить, точно не забьем. Поэтому были очень хорошие удары, он на них среагировал, но для этого есть защитник, который должен помогать вратарю. Поэтому игру Кержакова я оценил довольно-таки высоко.